двери. О, Ледекс. Слушайте, а ведь говорят, он сейчас очень редкий. Может быть, они шанс ему подкрутили? Кстати, вот наконец-то нормальные эвенты от разработчиков заметили, да? Начались сегодня. Наконец-то, блин, нормальный эвент. Господи. Не пойму, вот там труп лежит. Хорошая, чел. Но ты выжил, конечно же. Бля, слева тоже, по-моему, чувак, я не уверен. Блять, МДР-ка аж от первых. Что за эвент? Посмотрите, в игре была водка, а бутылка водки была в игре. Там она давала, ну, какие-то определенные эффекты. Я не помню, что точно. Силу там прибавляла временно, что-то еще. Не помню. Теперь в игре появилась паленая водка, которая добавляет плохие эффекты. Все, вот весь эвент. Здорово, правда? Эвенты, которые мы заслужили просто, чат. Ехать. Кстати, каска засейвила. От 62-го. Подожди, от 61-го? Вряд ли. Короче, от чего-то меня каска засейвила. Кстати, тоже стример какой-то. Dash Bob TTV. Вектор, вектор, вектор. Так. 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 Почему он лег? Есть у кого-то информация? Бота лутал.
похитить. Это там М1А, по-моему, тушеная. Какая-то она очень быстрая. Хотя это, знаете, это TX, по-моему. TX-ка вроде как. А, вот лежит. Его там ТХ-ка расстреляла с макросом, походу, или типа того, что-то. Какой-то безумец. Еще кого-то убивают. И глянь, там вообще война. Все, он убил кого-то. Вот он. А тут и я на заниженной шестерке. Ну, тип очень странно стрелял, слышали, да? Не, конечно, можно стрелять так быстро. Но он столько народу там положил. Либо он большой молодец, либо просто у него макрос стоит. А, клановцы тут сидят. Само собой, я не пойду искать того типа внутри. Нафиг оно нам надо. Так, вечер перестает быть томным.
Блять, справа трое бежит. Ёбаный шашлык. Быстрее. Сервера убежали. Гранаты, чел. Еще один. Хорошо.
Ад? О, у этого бронеразгрузка 6 класса. Блин, ее, конечно, забрать. Сделать это, выкинуть это сюда. Сюда. Патроны у него фигня везде заряжена. Не жалко вообще. Типа. Задело там его явно хорошо. Вот убил или нет, это непонятно. Определенно. Там двое. А, ты умер, что ли? Звук был, как будто он в той комнате ходит. Что-то я сейчас вообще охренел, что он так близко у меня уже оказывается. Я ствол у него увидел и тогда понял, что он в упоре у меня. Обалдеть. О, опять вы что ли? Блин, прикалываетесь? Здорово, здорово, Максим. Сейчас я пойду на другие локации. Не буду вам мешать. Ну, надеюсь, вас двое. Если нет, это будет трагедия. О, Ледекс. Слушайте. А ведь говорят, он сейчас очень редкий. Может быть, они шанс ему подкрутили? Уже были, чат. Да, успели. Кажется, он на втором этаже на месте крутится.
Профессионал, профессионал. Даже дыхание, походу, задержал. 20 уровень, бля. Да. А, это я взорвал тебя? Тут ты, бля. Вы ничего не видели, чат. Получается 3 ляма за 6,5 часов. Это при том, что я продал один ледекс, который стоит лям. Я же продался ледекс. Часто. Вот как-то так, чат. По луту нынче. Но мы же обещали, что вайп вообще. Что если сделать эвен с паленой водкой? С паленой водкой? Да ты, блять, на повышение идешь, ёптать. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.